Всем здравствуйте, девчонки. Продолжаем вязать дальше. Вот у меня и следующая трудность. Вернее, не трудность, а просто неудачка по моей невнимательности. По идее, вот эта часть должна соответствовать вот этой. Вот наша первая часть, вот это из трилогии рукава, которую мы разбивали. Вот 4, 3, 3, 3, 2 и 2. 15 петель. Вот здесь вот она должна полностью быть откопирована. Но если мне вязать вот так, вот здесь у меня 13 изнаночных петель. Получается, я закончу в половине косы. И вот эта коса не туда и не сюда. Поэтому либо учитывайте этот нюанс в самом начале, когда распределяете эти косы. Вам, по сути, нужно повторить вот в пройме вот эти убавления. 4, 3, 3, 3, 2. Это в моем случае, у вас свой случай. Это вы в первом видео, я думаю, кто вяжет, тот уже понимает, о чем я говорю. Вот, я сделала 3, 3, 3, 2 и 1. Приблизилась к косе и дальше буду вязать ровно. Вот, сейчас я пишу вот здесь вот. Чтобы у меня на листке влезло все, вот это пройма. Я пишу свой случай. 3, 3, 3, 2, 1. 12 петель. И вот здесь вот пишу тот случай, который в моем понимании должен быть. 4, 3, 3, 3, 2. Вот. Когда буду шивать, вам покажу. Если вы хотите все-таки сделать по правилам, девчонки, когда распределяете вот эти вот петли между косами, вот здесь вот сделайте больше, чтобы у вас эти 15 петель, или в вашем случае, сколько у вас там вошли, и у вас осталась живой коса, нетронутой. Вот такой вот, такая вот у меня неудачка. Ну, ничего не поделаешь, уже буду вязать так. Далее продолжаю вязать ровно. Вот теперь вот мы сопоставляем вот эти две, как бы, вот. Вот теперь вот это все расстояние я должна провязать ровненько, вот по окату сколько у меня. То есть ровно и плюс еще вырез на горловину. То есть далее я вяжу ровно. Здесь вот тоже я сделала эту пройму, да что ж, Вика, ты так рисуешь. И пока вяжем ровно до нашей горловинки. Как сделаем горловину, я уже вам покажу. Вот моя спинка, девчонки. Расскажу вам, тут я вам даже покажу, до какого состояния я вязала и начала делать вырез горловины. Вот смотрите, если приложить к рукаву, вот так вот. Я специально оставила одну половинку так, одну так. Вот видите, где-то 4 сантиметра вот у меня осталось окатика. И я начала делать горловинку. Горловинку каким образом? Закрыла средние 21 петля и 5 раз по одной петли в каждом лицевом ряду убавила. Вот видите, вот этот скос, и теперь все петелечки я закрою. Вот и все, со спинкой разобрались. Продолжаем вязать наш вперед. Пройма. Все точно так же у меня, в моем случае. Вот если вы будете делать так, как на рукаве, просто не делайте вот эту косичку. И здесь не делайте, чтобы полностью была пройма идентична, как на рукаве. Вот мне уже пришлось делать так. Вот. Так, что хотела сказать. То есть пройма точно так же. 3, 3, 3, 2, 1. Не, раз, два, три. Три раза по три, два, один. В общем, до косички я дошла. Провязала я еще тут. Ну, уже тут ориентируюсь по вот этой вот длине. Смотрите, я мерила вот так вот по пройме. Сопоставляла со спиночкой. И вот приблизительно смотрела вырез. Вот задняя спинка вот здесь. Вот у меня такая глубина выреза. Ну и вот вперед, видите, на две косички, на два сектора больше. Я думаю, как раз
будет хорошо. Опять же, все я делаю приблизительно, ну как, плюс-минус. У меня хороший глазомер, поэтому мне легко. Почему легко? Потому что я шью, девчонки. Поэтому я визуально вижу выкройку, я вижу как бы рукав, как он должен выглядеть, пройма, как должна выглядеть. Поэтому мне легче, чем вам в какой-то степени, потому что я это могу логически сопоставить, как бы выкройку, я ее вижу уже заранее, как она должна выглядеть, ну не выкройка, а деталь, как должна выглядеть, я вижу заранее, как бы в голове своей, благодаря тому, что я шью, и вот эти линии, я могу себе представить, как они должны быть, как должен быть вырез и так далее, поэтому мне немного проще, чем вам. Сейчас, если быть точной, то вырез я делаю сейчас, чтобы вы сейчас как раз подумала, что объяснила вам не совсем понятно. Косичка у меня провязана. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Там, а здесь осталось 4 сектора. Вот если спинка у меня на 2 сектора косички, то вперед у меня на 4 сектора. То есть отсюда вот начинается. Это так, чтобы вы визуально понимали. То есть в 2 раза больше вырез переда. Так, и что мы будем сейчас делать, как мы будем закрывать? Закрывать мы будем немного по-другому, потому что у нас тут больше петель на 16, а нам нужно, в принципе, вернуться к вот этому вот положению. То есть плечика у нас должно быть точно такой же, как на спинке. Так, вот дошла я до нашей косы, вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, сколько, 9, ну пусть будет 10, изнаночная, 10. И здесь я буду провязывать не по 2 петли, а по 3. 1, 2, вместе с накидом, 3. Четыре, пять, шесть, семь. Видите, вот так вот оно у нас здесь придержится, если по 3, то есть не растягивается, будет держать форму. 7. 8 9 10. И вот здесь вот у нас должно, сейчас посмотрим, девчонки, проверим. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Вот он, у нас 41 петля, то есть здесь мы убрали 20, ну и еще одну, чтобы сравнять. Вот эти 21 средние, видите, вот оно у нас придерживается. И здесь вот 10. Здесь 10 осталось из косы. И здесь 10 осталось из косы. И вяжем по узору до конца ряда. И убавлять будем не по одной петле, а точно так же по 2. То есть провязывать будем 3 вместе в начале. Сейчас я вам это все дело покажу. Ну, только там, где у нас коса, где у нас обычное вязание, то будем провязывать по 2. Все, я потом вам в конце нарисую. Все задумывалось над теми узорами. Еще, если я успею, ну, я думаю, я успею связать пару образцов и вмонтировать в одно из видео. Все-таки хочу попробовать другие способы, как мне там писали в комментариях, вязание этой косы. Вот я сейчас вяжу, а потом это все сделаю, ну как бы свяжу эти образцы и вам просто вмонтирую видео, чтобы вы могли себе
решить, определиться, какой вид косы вы будете вязать. Может, вам тот другой способ немой будет полегче и попроще и покрасивее. Я же не говорю, что я супер-пупер мастер. Я тоже, как вы, пробую методом проб и ошибок. Мы доходим до истины с вами. Во всяком случае, пытаемся дойти до истины. Так, сейчас довязываю до конца ряда. Покажу, как я буду сокращать вот тут, где у нас эта английская резинка по 2 петли. Я буду сокращать. Так. Смотрите. Здесь я провязываю не 2. А вот так вот прям 3. 1, 2, 3. 3 вместе. То есть сокращаю 2 петли. И далее по узору. Пока не закончится вот эта английская резинка, я буду сокращать по 2 петли здесь. То есть провязывать по 3. Что касается, сейчас будем рисовать, девчонки. Довязала, сейчас я вам нарисую. Это все мы переносим отсюда со спинки. Все точно так же. Вырез здесь, помним, да, мы закрыли тоже сколько, 21 петлю, получается, что точно так же, как и там. Здесь я закрыла 4 раза по 3 петли. 1, 2, 3, 4. И по 1, ну, то есть по 2. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 раз по 1 петле. Вот у меня вот этот получился, вот этот вырез. Вот он. Совпадают мои, как бы, тут петли на плечике. И вот здесь. Вот сижу и думаю, где ж мои петли, которые у меня были лишние. Сижу в ступоре. Значит, тут получается 21, и тут 21, тут 5 по 1, и тут 5 по 1. И думаю, где ж мои эти 14, которые были лишние. Значит, тут 1, 2, 3, 4. По 2. Подождите. Что-то у меня не сходится. Мне нужно проверить. Так. 1, 2, 3, 4. По 3 петли. 1, 2, 3, 4. 4. Вот здесь вот 4. Видите как? Не сходится, у меня должно сойтись, у меня должно быть, значит, тут у нас 5 по 1, а разница должна быть, сколько у нас, 7 петель с каждой стороны, потому как мы набирали, у нас здесь вот 14 петель, значит, 4, 21, а здесь вот по 3 вместе, то есть убрала я по 2 петли, у меня сократилось, ой, дай бог, чтобы вы поняли вот этот мой бред, значит, 8, а, ну да, 8, из них 1 идет сюда, то есть получается 5, все правильно. Здесь 7, и здесь 7 у нас лишних, это мы убрали вот эти 14 петель, то есть которые у нас были в этой косе, плюс 14 петель, они у нас убрались вот здесь вот по 7 петель лишних. Все, мы дошли к истине, теперь я сшиваю плечики, вот видите, прям... На глазах у вас пересчитала, посчитала. Вот, так что не пугайтесь таких вот ошибок. Они происходят все время. При вязании невозможно вязать вот так все четко и гладко. Вот главное, что мы добрались до истины. Вот. Я просто неправильно написала здесь. Вот я просто провязывала по 3, а на самом деле убавлялось-то по 2 у меня. И 4 раза по 1 петле у меня здесь. 4 раза по 3, 4 раза по 2. То есть 4 раза по 2 петли я убавила, 4 раза по 1 петли. Вот, все, объяснила, все понятно. Теперь сшиваю плечики, а дальше будем думать с горловинкой.